Лучший промокод FIRE11 дает тебе 30% к пополнению. Всем привет, дорогие друзья, сегодня мы на сайте MyCSGO и давно мы не делали агрессивный майнинг. Сейчас у нас баланс косарик, и для начала хотел бы просто вот попробовать вот пару спинчиков дать именно на чип на F-майнинг, поскольку я верю почему-то, что может выпасть. Последний раз мы выбивали где-то около с третьей попытки по 10 спинов, и... Я надеюсь, что сейчас мы действительно что-то выбьем, цены на хотя бы ножик какой-нибудь минимальный. Возврат ко времени можно использовать, если ничего не выпало. Так что пропуск очень прикольный, также тут розыгрыш есть, 7 чудес, висячие сады называются и раздача скинов. Очень крутая тема от MyCSGO, возврат ко времени. Как хорошо, что я пропуск имею и могу вот неудачный дроп вернуть, да? Конечно, сейчас нож не стоит прям выдавать, хотя... Я бы не отказался, знаете ли. Иногда бывает такое, что ты открываешь, там, и 10 спинов делаешь, сразу тебе нож выпадает. А иногда... Иногда вот такой вот скампер-крут происходит, когда ты только видишь, что долетает. Но нет, это не нож, ребятки. Это не нож, к сожалению. Ладно, я предлагаю на 600 остановиться. Хочется сегодня максимально рискнуть, поагрессивничать. Может повезет, может нет. Это все в руках, так сказать, самого сайта. Я надеюсь, молюсь, чтобы хотя бы вот наваху выдала. Наваха это уже будет неплохо, это плюс вайбик. Все, и выходим. Ну, скорее всего, не выдаст, да? Ну, а мог бы остановиться. Где-то в параллельной вселенной оно остановилось, и я выбил нож. Хорошо, давайте не нуарчик, просто 10 штучек бэмс. Да-да, нет-нет, как говорится. Может, сейчас повезет конкретно. Не везет, к сожалению, не оно. Нануарчик нам желательно хотя бы, ну, уже блок, чтобы просто в ноль уйти. И либо уже USP. Ну, в МК тоже неплохо, и авик плюс глок выпадает. Хорошо, это хороший камбэк. И неплохой шанс вернуться обратно вот на чип на F-майнинг. Давайте по 3 штучки покрутим аккуратненько. До 2000. Если не выпадать до 2000, то уйдем на перчатки. Может, перчатки выпадут. Но, к сожалению, блин, не докатывает. Но этот прокрут был максимально такой, знаете, обидный. Я уже надеялся, что докрутят до ножа. Но пока что нет. Ну, я не знаю. Я не знаю, что сказать. Баланс он жрет, конечно, максимально. Некоторые ребята тут выбивали, то есть открывали 10 по 10 штук. Ну да, прокрутит, конечно же. Открывали по 10 штук, и у них 3 ножа выпадало. Вы представляете, просто вот так 10 штук делали, и у них 3 ножика. То есть наваха, наваха, и еще один какой-нибудь нож с лезвием крюком. Вообще максимально плюс, реп и 2 ножа. Вот только что сказал про то, что некоторым людям выпадают по 3 ножа, а нам хотя бы 2 выдало. Ну неплохо, мы очень хорошо сделали бы, Алекс, 1000, 20 тысяч. И теперь мне, конечно, хотелось бы, знаете, что открыть вот кейс... Монолизу. Как-нибудь я запишу выпуск, путь к этому кейсу, ну тут вообще ценный дроп. Не буду спойлерить, может мы дойдем до этого. Теперь предлагаю просто кейсики ютуберов покрутить. И если что, потом доплер пооткрывать. Ну, кейс патруль самый актуальный, волатильный. И он меня никогда не скамил, поэтому будем пробовать его. Соответственно, давайте крутить. Давайте пытаться пробовать. 3000 с первого спина. Мало, конечно, но да ладно. Как говорится, сойдет. Что могу сказать? Сойдет. Сейчас у нас вообще все пролетает. Мимо, мимо, мимо. 5000 выпадает. Ровно. Ровно окуп кидает, кстати. Ну, тут ножик по вайбовью, конечно. Вот прикиньте, просто даже вот нож с лезвием крюком за 9700. Можно было бы сразу открыть какой-нибудь дорогой кейсик или ножевой, попробовать рискнуть. Но с таким баликом лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Я верю в кейс-патруль. Тут я очень часто выбивал вулканы всякие, вайлдфайры. И именно по этой причине мы останавливаем свой выбор здесь. А здесь 5300. Но пока окупают, иногда в минус уходят, иногда просто окупают. Конечно, хотелось бы больше увидеть от этого кейса. Ну, пролетает. Ну, пламя дракона еще неплохо. Ладно, засейвил спин. И поток информации. 6600, это неплохо, но поток информации не будем все-таки оставлять, давайте максимально рисковать, так что пробуем, пробуем и надеемся на чудо. Кровь в воде, кстати, неплохо, ну, 8000, еще разок можно открыть, надеюсь, не...
Ну, ошибка, да, была еще раз крутануть. Ну, еще разок, максимально, последний раз. Только минус 1000 ушли. Ну, видите, то есть кейс патруль, он максимально актуальный. В том плане, что постоянно окупают. Если даже не окупают, то хотя бы небольшой минус уводят. Кровь в воде. Найс, найс, хорошо. 7000 вернули то, что мы слили. И баланс 21000. Ребятки, я бы сейчас попробовал просто перчаточный кейс открыть. Да, я понимаю, что это огромный риск. Но мне кажется в глубине души, что должен... Да ну его нафиг, наконец-то! Вот градиент самый не... 18000? Стойте, раз, два, три. Я думал, он где-то под 40000 стоит, а он стоит 18000, серьезно? Мы на косаре купились, ребятки. Я думал, он 40000 стоит. Жесть. Жесть. Ну ладно, хорошо. Ну, давайте градиент все-таки для приличия оставим. Ладно, это второй шанс был дан, так сказать, самим сайтом. И тайное можно подкрывать. Спокойно, тайное крутануть без всяких агрессий, лишних телодвижений. Убийство подтверждено. Отлично, это хорошенький окуп на 3000 плюс. Ну, ладно, на 2500, скажем так. Все равно неплохо, ребят, все равно неплохо отдает. Максимальный респект кидаю сайту. Ну, прощальный оскал такой себе. Еще один спин. Мы в нуле пока что. Вот прощальный оскал сильно заруинил нам. И королева пуль, да. Ну да, авиков не докатят по-любому. Давайте 5 штучек откроем. Ладно, 5 штучек не хватит. 4 можно ровно открыть. Вот 4, самое актуальное. Пожалуйста, какой-нибудь золотой карпик дигл. Если что, золотой карпик дигл на тайном часто падает. Он стоит 9000 целых. Ладно, минус ушли, 4000. Но перчи есть, как бы, не расстроен. Ну вот эску. Эску бы неплохо выбить. Насчет эски, это прям максимально плюс вайбик был бы, если бы какой-нибудь, не знаю, второй игрок даже выпал, это уже приятно. Но нет, нитро, василиск. Ну, вроде окупили, да. Вроде окупили. Давайте 10 штучек откроем в честь этого. Может, сейчас выпадет нам какой-нибудь поток информации. Эмка поток информации, это, я не знаю, один из самых лучших скинов по эмочке. Больше я не вижу тут конкурентов, честно. Даже если вы скажете, что... неотвратимая угроза, вот прям топ, или добро пожаловать. Да, это, возможно, круто, но поток информации, он выглядит, знаете, прям эстетично в игре. И я бы его выбирал. Но нет, нам выпадает пока что одно дерьмо, если честно. Ну, еще давайте сделаем пару спинов, если что, откроем другой кейс, майнинг, может, еще раз вернемся. Ну, поток, ну, пожалуйста. Ну, нет, конечно, пролетит. Конечно, пролетит. Ночной кошмар. Ну, давайте фастиком два спина. Раз. Плохо. Два. И... Да, печально. Просто печально. Ничего не хочется больше говорить. Ладно, ребятки, я предлагаю, ну, остановиться на этой ноте. Последние три спина сделаем. Ладно, не повезло. Всем спасибо за просмотр, ребятки. Выбили перчи. Всем пока.